JavaScript – это скриптовый язык, который помогает вам создать интерактивные веб-страницы. JavaScript не нуждается в компиляции, не поддерживает прототипирование, типы и интерфейсы. Проект под открытым исходным кодом под контролем Microsoft. Поддерживает классы, интерфейсы и модули. Подготовленный JavaScript работает в любом браузере. Это допускает кросс-компиляцию. Вы можете расширить JavaScript для написания больших приложений. Предоставляет поддержку классов, интерфейсов и модулей. JavaScript идеально подходит для работы с небольшими проектами. TypeScript – это расширенная версия JavaScript. Код в TypeScript должен быть составленный. Он поддерживает функции прототипирования, типов и интерфейсов. TypeScript поддерживает библиотеки JS и документацию по API. Это опционально типизированный скриптовый язык. Он имеет лучшую структуру кода и методы OOP. Позволяет лучше поддерживать инструмент времени разработки. Он может расширить язык за пределами стандартных декораций. Если у вас есть опытная команда разработчиков, то TypeScript является наиболее подходящим вариантом для вас.